Любителей остроумных шуток и студенческого юмора собрал очередной тур молодежной и юниор-лиги клуба веселых и находчивых. Представители городов Краснодарского края и Адыгеи боролись за место в финале КВН. За титул чемпионов 1-2 финала молодежной и юниор-лиги сразились 7 команд. Среди них те, кто играет в КВН давно, и ребята, которые совсем недавно вступили в отряд веселой и находчивой молодежи. Каждая команда старалась показать что-нибудь новенькое, интересное и, главное, смешное, чтобы завоевать сердца болельщиков в зале. Дорогая, как хорошо, что мы взяли с тобой отпуск. Посмотри, какой чудесный закат. Да, дорогой. Я хотел поговорить о нас с тобой. Говори, любимый. Ну, понимаешь, мы с тобой уже очень давно вместе, но есть одно «но». Какое «но»? Ну, понимаешь, по-моему, для девушки не очень имя, а Кузура. Прекрасное настроение зрителям в этот вечер было обеспечено. Все ребята выступили достойно звания КВНщиков, а предпочтение жюри и зала заработала команда 16+ из станицы Анастасиевской. Гости из города-курорта Геленджик, команда «Пятница», а также команда «Тимошевск» и сборная славянского филиала Кубанского госуниверситета «Случайные люди». В конце апреля эти команды сразятся за первое место в финале молодежной и юниор-лиги КВН.